Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, и сегодня мы снова с вами поиграем в Hustle Castle. Почему-то у меня традиционно уже выбирается по умолчанию наш проект Zero, где идет нулевой уровень нападения на соседей. Друзья, ну я другие проекты также продвигаю в этой игре потихонечку, но почему-то попадается все время, что пишем мы именно в этой версии. Может быть, сейчас даже с вами перейдем и на другую версию, посмотрим. Итак, что же замечательно у нас произошло, что я выпускаю новую серию. А у нас с вами, дорогие друзья, вышла версия 1.2.0. И давайте смотреть, что же у нас именно нового здесь появилось. Я пока не знаю. Буду смотреть, друзья, вместе с вами. Сообщений здесь чего-то никаких нету. Почта, новости. Давайте посмотрим, может быть, что-то здесь есть. Тоже совершенно ничего нет. Окей, давайте посмотрим на карте. Опа! Опа! Так, у нас есть какая-то штука. Остров станет доступен в ближайшее время. Ну как же так? Почему это еще недоступно? Что за остров? Я хочу! Так, открылись у нас портал темных душ, это супер. В общем, друзья, какой-то у нас остров в ближайшее время ожидает в китайском таком азиатском стиле. Блин, хочу на этот остров. Ну, а больше ничего пока я что-то не наблюдаю. Ну, давайте посмотрим, может быть, еще здесь какие-то изменения есть. Может быть, какие-то комнаты новые появились. Тренировка. Нет. Все как было, все и здесь осталось. Здесь коты всякие. Не скоты, а коты. Сундучки всякие. Мана, фигана, поддержка. Так, ну, к сожалению, пока ничего нового нет. Интересно, кстати, поменяли ли они мощность армии. Давайте глянем. А чё так много-то? 238. Я немножко в шоке. У меня было, по-моему, больше 100. Друзья, давайте мы перейдем сейчас на другой мой аккаунт. Посмотрим, что там с армией. 238, что-то они опять перепилили. Так, итак, друзья, мы с вами сейчас находимся на основном моем аккаунте, с которого все начиналось. 35 уровень у меня здесь сейчас. Так, друзья, мы сделали рекламное задание, и, как вы знаете, кинотеатр теперь можно проходить несколько раз в день. У меня получалось это сделать 2 раза, то есть мы в результате получали 2 раза вот эти вот билетики на турнир, на рыцарские, и, соответственно, получали кристаллы 2 раза по 3 штучки, да, то есть получалось 6 раз в общем числе по 5 кристаллов. То есть 30 кристаллов и 2 билетика можно получить. Если кто-то получал больше, пожалуйста, отпишите, а то вдруг я что-то недополучаю. Хотелось бы, конечно, получать больше. Итак, самое главное, для чего мы сюда с вами пришли, это посмотреть мощность армии. О мой бог, 500 000. Здесь у меня было 200 с чем-то мощность. В общем, друзья, они переписали мощность армии. Ну теперь, в общем, сложно, конечно, будет ориентироваться. Ладно, будем надеяться. Надеяться на лучшие. Видимо, какие-то изменения есть, из-за чего они все это переписывают. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас с вами возьмем какого-нибудь... Ага, нам придется перейти, наверное, опять туда, в предыдущую версию. Давайте-ка перейдем. Так, и попробуем сделать вот такую хитрую штуку. Снять вот такой амулет. Точнее, не амулет, а руну. Давайте снимем, посмотрим, мощность поменяется или нет. Сейчас мощность 64 868. 64 000 снять. Да. Теперь получается, что если у вас одета руна, то у вас увеличивается мощность отряда. Раньше такого, друзья, не было. Я даже, честно говоря, не знаю, хорошо это или неплохо. Ну вот изменение такое есть. Да, видите, да? Руну одели. И она у нас меняет все в целом. Так, окей. С другой стороны, наверное, это более честно, потому что если у вас есть руна, и она никак не учитывается в мощности отряда, и ровно такой же отряд, как
у вас есть, выступает против вас, но у вас есть руна, а у них нет, мощность отрядов у вас абсолютно идентична, но понятно, что с эффектами, которые дают руны, вы, конечно, получаете приоритет перед этим отрядом, при том, что у вас мощность отряда одинаковая. Наверное, все-таки правильно то, что стали учитывать. Это как-то более честно получается. И вообще, вот эта мощность такая вещь, что у меня, например, очень часто получалось, когда я выступал против отряда там на... Ну, например, у меня 84-85 тысяч была мощность отряда вот этого раньше. Ну, то есть вот я только вот турнир проходил, я просто помню, сколько у меня было. И против меня, например, выступал человек какой-нибудь 61 тысячи, но с какими-то хитрыми рунами. Или с какой-нибудь хитрой одеждой, там, со скелетом или еще что-нибудь такое, и он меня побеждал. Ну, 85 и 61, да, то есть, ну, явно какой-то диссонанс есть в измерении стоимости вот каких-то какой-то одежды, которая обмундирование, оружие, которое входит в комплектацию непосредственно вашего отряда, да, то есть неправильно оценивалась мощность отряда. Надеюсь, что с вот этими нововведениями она будет более точной, но для этого нужно, конечно, посмотреть, потестить, будут ли такие вот фишки, когда вы там 85 уровня, допустим, да, против 60 и проигрываете, то есть как часто это будет. Да, теоретически это возможно, но по факту, когда вы на автомате играете, мне кажется, что это должно как-то нивелироваться, то есть там, ну, плюс-минус 5, ну, плюс-минус 10, ну, не плюс-минус 25 же в конечном варианте. Также, друзья, заметил о том, что у нас появились новые пиктограммки. Давайте, друзья, посмотрим, что же это у нас за новые скиллы такие, новые пиктограммки скиллов. И сейчас попробуем затестить с вами. Судя по всему, это просто обычный дух льва, который увеличивает мощность отряда. Но это мы сейчас с вами посмотрим в описании скиллов. И посмотрим, что же за скиллы. Так, ну да, это стандартные скиллы. Соответственно, дух льва. Соответственно, метаем метеором. Немножко не перерисовали, но в таком, в азиатском таком стиле, достаточно забавном. И еще заметил, друзья, о том, что теперь во время боя, когда у вас проходит бой, у вас, помимо того, что просто отображается количество очков сразу реальное, которое на текущий момент есть у игрока, то есть провел бой он или не провел, если бой ваш соперник на рыцарском турнире уже провел, то ставится галочка о том, что он на текущей фазе бой провел. Можно понимать, что это именно уже очки с учетом проведенного в текущей фазе боя. Если же галочки нет, значит значение этого игрока может еще поменяться. Вот, как вы видите, здесь много зеленых галочек стоит. Это значит, что эти игроки уже бой провели. Окей, друзья, наверное, на этом пока что все. Возможно, в ближайшее время выйдет еще какая-то новая серия, если я что-то увижу новое. Но пока я вот прям экстраординарного ничего нового не вижу. Друзья, будем ждать, когда откроется у нас вот этот остров. Пишут, что в ближайшее время. В общем, замануху нам кинули, червячка какого-нибудь. Теперь мне прям очень хочется туда попасть. Надеюсь, вам тоже. Приходите еще. Всем пока-пока.